Всем привет, ребята, с вами я, Ильнур, и это видео переснято, потому что я случайно остановил запись. Первая машинка — это Калина, такая вот, Калина, такси. Открываются двери, багажник открывается, капот нет, государственный номер, вот, и не хочу я видео затягивать, а то оно слишком долгое получится. Следующая машина — это приорик. Такой вот приорик. Двери открываются, капот открывается. Багажник тоже открывается. Вот номера приоры. Итак, следующая машина. Следующая машина — это копейка. Копейка вот такая вот. Капот, багажник не открываются. Двери открываются. В-003, не, 72 регион. Такие вот номера. Лада Веста СВ Кросс. Открывается багажник. Капот не открывается. А двери открываются. Государственный номер, вот. С-004, 72 регион. Если что, у приора работает подсветка. Села, что ли? У приора батарейка разрядилась. Ясно. Ларгус. Не открывается капот и багажник. Двери открываются. Вот государственный номер. Машина уезжает. Приезжает следующий автомобиль. Это уже семерка, у которой нету колеса. Оторвался. Капот и багажник не открываются. Вот так вот двери открываются. Работает, только приора разрядилась. Почему-то. Тут не работает. Чего? Что завелось? О, вот приора заработала. Дальше Лада X-Ray. Как я его называю, X-Ray. Капот не открывается. Багажник тоже. Это логично. Двери открываются. Такой салончик. Паутина. Пыль. Веста. Спорт. Лада Веста Спорт. Лада Спорт. Вот номера. Вот номера на X-Ray. Такие вот. Вот Лада Спорт. Такая вот. Багажник не открывает. Багажник не открывается, капот не открывается, а двери открываются. Следующий автомобиль — Самара, не знаю, четырка или пятнашка. Двери открываются, капот открывается, багажник, как обычно, нет. Подсветка есть. Еще вот такой вот номер. Кстати, стекло треснуло. Следующая машина, угадайте, какая? Милиция. Я знаю, почему не полиция, а вот милиция. ДПС. Бампер отваливается, кстати, чуть-чуть. Вот номера. В-0010, 72 регион.
Роуз. Мигалки есть, двери открываются, капот не открывается, багажник тоже не открывается. И последняя машина — это шестерка. Такая вот шестерка. Капот открывается. Вот что там происходит. Обычная машина. Двери открываются. Багажник не открывается. Такая вот машина. Если ее включить, то сзади будет подсветка тоже. А спереди вот фары будут так красиво гореть. Ну что ж, это была последняя машина. И настал момент с вами прощаться. Всем удачи, всем пока-пока.